Если вы меня хорошо видите, слышите, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, чтобы я понимала, что можно продолжать. Благодарю от души за вашу активность. И давай представлюсь еще раз, кто меня не знает. Меня зовут Журова Инна Александровна. Мы сегодня с вами поговорим о терапевтических сказках для организации коррекционной работы с детьми, имеющими те или иные нарушения психологического здоровья или другие психологические трудности в общении, в адаптации к школе и так далее. Информация будет иметь ценность для педагогов, психологов и родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. В уставе Всемирной организации здравоохранения предлагается понимать здоровье как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней либо физических дефектов. И в данном аспекте важно выделить три составляющие здоровья. Это даже не три, два. Физическое здоровье, занятия спортом, здоровое питание и здоровая экология, и психологическое здоровье. Что здесь подразумевается? Состояние, характеризующее процесс, результат нормального развития субъективной реальности в пределах индивидуальной жизни. Психологическое здоровье является необходимым условием функционирования, развития человека в процессе жизнедеятельности, представляет собой динамическую совокупность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребностями индивида и общества, являющихся предпосылкой ориентации индивида на выполнение своей жизненной задачи. С одной стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных, культурных ролей, ребенка или взрослого, учителя или менеджера, россиянина или австралийца и тому подобное. С другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в течение всей его жизни. Давайте вспомним, как улыбается ребенок. Радостно, беззаботно, доверчиво или как-то по-другому. Вот что, проанализируйте, подумайте, что для вас детская улыбка. Тоже буду признательна, если напишите еще и в чат ваше представление, ваши ассоциации. Вот что для вас детская улыбка? Какие ассоциации у вас возникают? Искренность, вот, тоже спасибо. Радость. Угу. Признание любви, принятие. Ой, благодарю. Очень интересно почитать ваши тоже ассоциации. Вот, да, солнечное тепло. Угу. Отлично. Ой, шикарно. Какие превосходные все варианты. Вот мне, у меня ассоциация с весенней листвой, шепот моря на мокрой гальке, угу. Солнечный лучик. У каждого, конечно же, будут свои. И вот давайте подумаем, что значит улыбка для ребенка. Да, когда ребенок улыбается, вот что происходит с ним? У него, значит, есть мир в душе. Да? О, благодарю. Как замечательно, когда вы такие активные. И мы с вами проводим наш вебинар в диалоге. Это на самом деле дорогого стоит. И что это? Возможность расти, развиваться, желание узнавать новое, действовать, ставить цели, добиваться их, да? Но не все же дети улыбаются часто, особенно, да? И почему это может происходить? Вероятнее всего, нарушено их психологическое здоровье, правильно? Многие взрослые считают, что главное для ребенка – это физическое здоровье. Здоров, значит, счастлив. А еще как часто бывает, особенно сейчас, многие мамы проговаривают, что ему еще от меня надо. Одет, обут, сыт, накормлен, все хорошо, игрушки есть, что ему еще нужно от меня, да? Есть же такой момент.
к сожалению. И психологическое здоровье ребенка требует особого внимания взрослых. Угу. Не зря сегодня все громче и громче говорится о взаимосвязи психологического и физического здоровья человека и болезнях как следствие эмоциональных трудностей. И какой короткий, самый короткий путь к сердцу ребенка? Угу. Конечно же, это сказка. Сказки – это первое произведение детей, через которые они, вот, все правильно, мы с вами солидарно. Возвращаясь опять, сказки – это те первые произведения детей, через которые они начинают познавать мир. Что такое сказка для ребенка? Это весь мир. По мнению психологов, знакомство со сказкой помогает ребенку легче понять и принять окружающую действительность. Язык сказок понятен малышу. Жизненно важная информация усваивается сама по себе, без наставлений, незаметно. Приобщаясь к сказке, ребенок приобретает новый для себя вид психической активности, умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, а это основа для любой творческой деятельности, правое наше полушарие. Через сказку легче всего объяснить ребенку первые главные понятия нравственности. Что такое хорошо, что такое плохо. Понятие о доброте предстает в сказке не в виде законов и правил. Туда не ходи, это не делай, да, как у нас тоже часто бывает. А в виде образов сильных и слабых героев. В виде доброй волшебницы или феи, которая всегда готова прийти на помощь. Дети в наше время сталкиваются с разнообразными вызовами и стрессами. Сказки как психологический инструмент могут служить эффективным средством поддержки психологического здоровья детей. И они предоставляют детям возможность выразить и понять свои эмоции, развивать воображение, креативное мышление, а также научиться регулировать свои чувства. И сказки также обладают потенциалом для использования психотерапевтической практики. Они могут стать средством обработки травматических событий, психологической реабилитации, развития навыков эмоциональной регуляции у детей, которые столкнулись с трудностями. Кроме того, сказки имеют глубокие культурные корни и представляют собой важное культурное наследие. Исследование их роли в психологическом здоровье детей может способствовать сохранению и продвижению культурных ценностей, а также способом их передачи от поколения к поколению. Угу. Сказкотерапия – это довольно-таки молодое, современное, перспективное направление в практической психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развивать самосознание, стать самим собой и построить особые доверительные, близкие отношения с окружающими. Сказкотерапия как инструмент передачи опыта из уст в уста. Это способ воспитания у ребенка особого отношения к миру, которое принято у данного социума. Сказкотерапия – это способ передачи индивидууму, чаще ребенку, конечно же, необходимых моральных норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках, преданиях, в былинах, притчах. Древнейший способ социализации и передачи опыта. Сказка также еще является инструментом развития. Почему? В процессе слушания, придумывания, обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования фантазии и творчества. Он усваивает основные механизмы поиска, принятия решений. Слушая, воспринимая сказки, человек встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. А ведь сказки-то у нас сценарные по Эрику Берну, помним, да, тоже этот момент. У малышей этот процесс особенно ярок. Многие дети просят читать им одну и ту же сказку по много раз. Сказка также является элементом
психотерапия и работа со сказкой направлена непосредственно на помощь клиенту. Сказкотерапевт создает условия, в которых клиент, работая со сказкой, читая сказку, придумывая, может быть, разыгрывая, продолжая, находит решение своих жизненных трудностей и проблем. И в сказкотерапии используются следующие виды сказок. Народные сказки. Среди них можно выделить несколько жанров. Это волшебные сказки о животных, бытовые. Волшебные сказки имеют одну историческую основу. В них присутствуют многие языческие символы и мотивы. И к волшебным сказкам относятся «Царевна лягушка», «Сказка об Иван-царевиче и сером волке», «Баба-яга», «Кощей бессмертный», «Иван-царевич» и так далее. И другие сказки. В сказках о животных детей привлекает элемент узнаваемости. Дети могут легко определить, человек с каким характером скрывается за тем или иным животным. Например, заяц всегда ассоциируется с трусливым человеком. Соответственно, основной его чертой является трусость. Лиса символизирует хитрого человека. И главными героями сказок о животных являются заяц, лиса, медведь, волк, кот и петух. Примеры сказок о животных. Кот, петух и лиса, волк и коза, кот и лиса, петушок, золотой гребешок, ну и другие. Бытовые сказки, они отражают реальную жизнь с некоторой долей иронии. В них удивительным образом переплетается сочетание возможного в реальной жизни с необычными решениями, применимыми в тех или иных ситуациях. В качестве примера здесь каша из топора или барин и мужик и так далее. Авторские художественные сказки, они более насыщены образами, переживаниями, чем народные сказки, поэтому могут помочь выявить внутренние чувства ребенка. И здесь примеры, например, сказки Андерсена. Дидактические сказки, они подходят для сказкотерапии школьников, потому что с их помощью дети могут быстро и легко усвоить учебный материал. Медитативные сказки, в них нет злых героев, нет конфликта. Цель медитативных сказок – это заложить в ребенке понятие идеальных отношений с окружающим миром, с людьми. И такие сказки помогают снять стресс и расслабиться. Психокоррекционные сказки или психотерапевтические истории, они помогают мягко проводить коррекцию поведения ребенка. Подходят для детей до 13 лет, помогают в решении конкретной какой-то проблемы. И есть даже классификация сказок с точки зрения проблем, на решение которых они направлены. И выделяются следующие виды сказок. Для боязливых детей, для гиперактивных детей, для агрессивных детей. Сказки, направленные на искоренение расстройств поведения с физическими проявлениями. Сказки для детей, у которых есть проблемы в семье. Например, рождение второго ребенка или и ревность при этом к нему первого, либо развод родителей и так далее. Психотерапевтические сказки, они помогают решать следующие сложные личностные проблемы. Это внутренние конфликты, поиск смысла жизни, поиск своего места в жизни. Ну вот я рассказываю как раз, еще тоже у нас с вами будет, чуть попозже еще расскажу. И также они эффективны в работе с детьми, у которых психосоматические болезни. Вид сказки для проведения сказкотерапии подбирается в зависимости от возраста ребенка. Маленькие дети лучше понимают сказки о животных, а также рассказы про взаимоотношения людей и животных. Они легко отождествляют себя с животными, а свои поступки с их поступками. Для школьников-подростков подойдут новеллистические сказки с бытовой направленностью, а также
притчи, басни, которые помогают справиться с различными конфликтами в обычной жизни. И кроме того, они привлекательны для детей старшего возраста еще своей иронией и юмором. Застенчивым, приемным детям, а также ребятам с низкой самооценкой и недостатком родительского внимания и любви подойдут волшебные сказки, в основе сюжета которых необыкновенные превращения и трансформации. Маленькие дети редко проникаются волшебными сказками, но зато они приобретают популярность у дошкольников, у детей младшего и старшего школьного возраста. И с помощью вот этих сказок вся накопленная жизненная мудрость потихоньку заполняет подсознание ребенка. Многие популярные народные и авторские сказки можно применять в сказкотерапии. И в таблице, которая перед вами на слайде, приведена информация о том, какие известные сказки можно использовать для коррекции психологических проблем у ребенка. Я не буду перечитывать, вы прочитайте. Кроме того, презентация доступна для скачивания, поэтому у вас есть возможность обратиться к этой информации дополнительно. Для превращения обычной сказки в терапевтическую необходимо, чтобы в ней особым образом была подчеркнута сюжетная линия. Присутствовали элементы внушения, переплетения, сюжетная линия. Какая? Традиционный зачин рассказывать читателю и слушателю, где происходит действие, знакомить с главными сказочными героями. Вызов. Может быть, здесь нужно ответить на вопрос, что произошло, что побудило героя к тому или иному действию. Дорога. Тоже здесь. Куда держит путь герой или героя, чтобы решить проблему? Спутники и друзья. Кто помогает главному герою преодолеть все трудности на его пути? Следующая сюжетная линия – враги. С какими опасностями пришлось встретиться герою и его друзья? Или вот, например, сражение. С кем или с чем герою пришлось столкнуться? Как удалось преодолеть все преграды и трудности? Победа. Здесь положительные результаты, которых добились герои. И награда. Уроки, полученные героями, изменение жизни в лучшую сторону. Что касается внушения. В привычную и всем известную сказку можно включить небольшие кусочки утверждений. Например, рассказывая ребенку сказку о том, почему обязательно нужно есть, проблема малоежек и детей, отказывающихся от еды, можно использовать короткую фразу. Сила в продуктах, сила в молочных продуктах, сила в витаминах, сила в мясных продуктах. Вот эти короткие внушения лучше распределить в разных частях сказки, тогда для ребенка они будут частью сюжета. Но при этом уже на подсознательном уровне он будет слышать вот эти внушения, которые обращены к нему, и как руководство уже к действию. Что касается переплетения. Существует 5 сенсорных систем. Все мы об этом знаем. Слух, зрение, осязание, обоняние и вкус. И с помощью вот этих сенсорных систем человек знакомится с окружающим его миром. Поэтому необходимы условия для внушения. Это переплетение вот этих всех систем. Вижу, слышу, чувствую. В сказке должны быть фразы о том, что услышал, что увидел, как почувствовал, что почувствовал герой и так далее. В структуру сказкотерапии включены следующие формы работы. Это направленная, то есть директивная, и ненаправленная, недирективная. При использовании направленной формы работы специалист активно участвуют в игре ребенка для актуализации в символической игровой форме бессознательных подавленных тенденций и их проигрывания в направлении социально приемлемых стандартов и норм. В основе лежат методические приемы со структурированным материалом и сюжетом. Это педагогически организованное сюжетно-ролевое проигрывание сказки, в которой дети берут на себя разнообразные
социальные и сказочные роли. И в специальной, создаваемой самими детьми сказочной ситуации, воссоздают деятельность и отношения взрослых и детей разного возраста. Согласно сказочным ролям, они проявляют те качества, которыми в реальности обладают в малой мере. Общительность, уверенность в себе, настойчивость, смелость и так далее. Тем самым стимулируя и укрепляя многие сущностные черты своего характера. Именно в роли скрыты коррекционные механизмы воздействия сказки на познавательную и эмоционально-волевую сферу личности ребенка. Что касается недирективной формы, техника ненаправленной формы работы включает в себя свободный, то есть самостоятельно организуемые и развиваемые детьми сюжетно-ролевые игры. Игры драматизации, кукольные представления, сочинения сказок, игры забавы и так далее. Коррекция личности ребенка в ненаправленной форме работы осуществляется в результате формирования адекватной системы отношений между детьми, а также детьми и взрослыми. Взрослые пользуются техникой зеркального отражения чувств и мыслей играющего ребенка путем их вербализации. В результате отражения поведения взрослого ребенок открывает путь к самопознанию через общение со взрослым, через его речевые высказывания. И выделяются следующие функции психотерапевтических сказок. Сказка обычно в конце вебинара еще Татьяна Викторовна обозначит хорошо, как можно посмотреть, и ссылки пришлет на наш канал YouTube. Сказка обычно выполняет три функции: диагностическую, терапевтическую, коррекционную и прогностическую. Диагностическая сказка предполагает выявление уже имеющихся жизненных сценариев и стратегий поведения ребенка. Инструкции, которые приобретаются, инструкции, которые предъявляются ребенку в данном случае, такие: сочини сказку о мальчике 5 лет или сочини любую сказку. Затем специалист проводит анализ сказки. Таким образом, может быть выявлен базовый жизненный сценарий, либо ставшие привычными способы реагирования на поведенческие стереотипы ребенка. Также диагностическая сказка может способствовать выявлению отношения или состояния ребенка, о которых он не хочет или не может говорить вслух. Например, проверить отношение ребенка-дошкольника к разводу родителей. Терапевтическая сказка – это сказка, благодаря которой, собственно, происходят позитивные изменения в состоянии поведения ребенка. Коррекционные сказки используются для того, чтобы помочь ребенку увидеть, осознать его собственные старые, возможно, разрушающие его психику и здоровье действия, и самостоятельно смоделировать новые, наиболее подходящие ему самому в данный период времени, гармонично встраивающиеся в его развитие. В том случае, когда диагностируется потенциальное развитие событий, можно говорить о прогностической функции, сказки. В этих сказках будто матрешка в матрешке раскрываются суть и особенности будущего жизненного сценария человека. Таким образом, сказка имеет древнейшие корни в человеческой истории и культуре. В ее сюжетах обычно собиралась вся мудрость и опыт того или иного народа. В мифах или притчах можно увидеть не только фиксирование какой-то проблемы, но и ее решение. И сказкотерапевт в своей работе затрагивает сразу несколько уровней. С одной стороны, в сказке клиент проявляет свои архетипы и социальные установки. Они ярко отображаются и могут оказывать ключевое влияние на сюжет. С другой стороны,
Сказка затрагивает ранние детские переживания. И в сюжете можно проследить генезис личности клиента. Также клиент наполняет сказку своим актуальным содержанием. В содержании сказки можно рассмотреть, чем сейчас живет ребенок, клиент, какие у него основные переживания. И тогда уже специалист принимает решение, какому слою уделить внимание на сессии, в зависимости от того, что сейчас будет наиболее полезно клиенту. Педагог может по-разному предлагать клиенту, как именно работать со сказкой. И самые распространенные способы – это обсуждение уже существующей сказки, самостоятельное написание клиентом сказки, так называемая клиентская сказка, инсценирование, драматизация уже написанной сказки. Это может быть как актерское отыгрывание, так и кукольный театр. И также еще арт-терапевтическая работа по мотивам сказки. Выделяются следующие принципы работы со сказкой. Первый принцип – это осознанность. Основной акцент здесь делается на осознание причинно-следственных связей в развитии сюжета, понимание роли каждого персонажа в развивающихся событиях. И важно показать воспитанникам здесь, что одно событие плавно вытекает из другого, даже несмотря на то, что на первый взгляд незаметно. Важно понять место, закономерность появления и назначение каждого персонажа сказки. Следующий принцип – это множественность. И здесь акцент на понимании того, что одно и то же событие, ситуация могут иметь несколько значений и смыслов. Ребенку важно показать одну и ту же сказочную ситуацию с нескольких сторон. И третий принцип – это связь с реальностью. Акцент делаем на осознание того, что каждая сказочная ситуация разворачивает перед нами какой-то некий определенный жизненный урок. И здесь важно ребенку кропотливо, с ребенком кропотливо и терпеливо прорабатывать сказочные ситуации с позиции того, как сказочный урок будет нами использован в реальной жизни, в каких конкретно ситуациях. И вашему вниманию хочу предложить структуру коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия. Первый этап – это ритуал входа в сказку. Этот этап нужен для того, чтобы создать настрой на совместную работу, чтобы войти в сказку. И здесь, на этом этапе, коллективные упражнения. Например, взявшись за руки в кругу, все смотрят на свечу или передают друг другу мячик. Или совершается иное какое-то сплачивающее действие. Следующий этап – повторение. Этот этап направлен на то, чтобы вспомнить, что делали в прошлый раз и какие выводы для себя сделали, какой опыт приобрели, чему научились. Здесь ведущие задают детям вопрос о том, что они помнят, использовали ли они новый опыт. Следующий этап – это расширение. Призван этот этап расширить представление ребенка о чем-либо. И здесь специалист рассказывает или показывает детям новую сказку. Предлагает детям попробовать помочь какому-либо существу из сказки. Следующий этап – закрепление. И здесь идет приобретение нового опыта, проявление новых качеств личности ребенка. Педагог проводит игры, позволяющие детям приобрести новый опыт. Совершаются символические путешествия, различные превращения. Следующий этап – это интеграция. Здесь осуществляется связь нового опыта с реальной жизнью. Педагог обсуждает и анализирует вместе с детьми, в каких ситуациях они могут использовать этот опыт. Что они приобрели? Следующий этап, шестой, это резюмирование. Призван обобщить приобретенный опыт, связать его с уже имеющимся.
Педагог здесь подводит итог занятия, четко проговаривает последовательность происходившего на занятии, отмечает отдельных детей за их заслуги, подчеркивает значимость приобретенного опыта и заканчивает занятие ритуалом выхода из сказки. Этот этап направлен на то, чтобы закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в привычной среде. И повторяем ритуал входа в занятие с каким-либо дополнением. И сейчас хотела бы остановиться на методах работы со сказкой. Их, конечно же, очень много. Озвучу лишь некоторые из них. Итак, первый — анализ сказки. Использование данного метода учит думать, разбираться в скрытых механизмах происходящего. Абстрагироваться от поверхностных смыслов дает возможность высказаться и быть услышанным. Метод заключается в том, что после прочтения сказки предлагается обсудить ее сюжет по заданным вопросам. И формула для составления вопросов может быть следующая. О чем эта сказка? Чему она учит? От чего герой совершал те или иные поступки и так далее? Что было бы, если... Что могло бы произойти, если бы герой выбрал другой путь? Что было бы, если бы в сказке были одни плохие герои? И так далее. Что в этой сказке похоже на нашу жизнь? И тому подобное. Следующее – это сказочные задачи. Они дают возможность рассмотреть явления со множества сторон. Служат для нахождения нескольких решений внутренних проблем и разрешения жизненных ситуаций. Сказочные задачи можно придумать самим или предложить уже готовые. Например, в сказке «Царевна Несмеяна» ставится задача. Почему царевна не хотела смеяться? И что надо сделать, чтобы ее рассмешить? Ребенок высказывает свою проблему, а придумывая способ, как рассмешить, находит выход для себя. Таким образом, процесс группового решения и обсуждения обогащает жизненный опыт ребенка, адаптирует к ситуации, а специалисту позволяет диагностировать и корректировать психологические проблемы. Следующий метод – это рассказывание сказки. Любое рассказывание сказки уже само по себе терапевтично. Лучше сказку именно рассказывать, а не читать, так как при этом специалист может наблюдать, что происходит в процессе консультирования клиента, что с ним происходит. Решаются задачи – это выявление актуальной проблематики ребенка, развитие речи, памяти, внимания, фантазии, воображения, умение слушать другого. Метод основан на том, что либо рассказчик сознательно расставляет акценты с целью развития сознания, либо рассказчик бессознательно снижает акценты в сказочных ситуациях, что помогает понять причины своих затруднений, осознать проблему. И рассказывание сказок может быть различным. Например, рассказчик-педагог от третьего лица группе детей. Рассказчик-педагог одному ребенку. Рассказывание известной сказки группой детей по кругу. Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения. Рассказчик-педагог от первого лица группе детей. Рассказывание сказки от первого лица детьми. И рассказывание сказки от имени различных персонажей. Следующий метод – это сочинение сказки. Специалист и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно драматизируя ее, либо всю, либо какие-то отдельные элементы. Ребенок может сочинять сказку самостоятельно. Самостоятельное придумывание продолжения сказки и ее рассказывание ребенком позволяет выявить его спонтанные эмоциональные проявления, которые обычно не отмечаются в поведении ребенка, но в то же время действуют в нем. Если ребенок прерывает рассказ и предлагает неожиданное окончание, отвечает торопливо, понизив голос, с признаком
волнение на лице, может быть, покраснение, бледность, потливость, небольшие тики и так далее. Или отказывается отвечать на вопросы. У него появляется настойчивое желание опередить события или начать сказку сначала. Все это следует рассматривать как признаки патологической реакции на тест и, соответственно, невротического состояния. Сочинение волшебной сказки помогает рассмотреть одно и то же явление. Конечно, тоже можно, но это, наверное, больше даже туда отдельная тема. Тогда надо запланировать, чтобы обсудить ее. Сказка может сочиняться устно с использованием игрушки. Может быть нарисованной отдельно каждым ребенком или группе. Следующий метод – это рисование сказки. Желательно после проработки сказку нарисовать, слепить или представить в виде аппликации. Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, клиент воплощает все, что его волнует. Чувства, мысли, тем самым освобождаясь от тревоги или другого чувства, которое беспокоило. Качество изображения не имеет значения. При сильных чувствах возможно появление в рисунках ребенка, ну или взрослого, если вы со взрослым работаете, всяческих чудищ, огня, темных красок. Новый рисунок на тему той же сказки может быть уже более спокойнее. Краски будут уже более светлыми. Для рисования лучше взять карандаши. Желательно, если, например, краски берете, то тогда гуашь, акварель, если приходится рисовать свои ощущения, эмоции. Следующий метод – это изготовление кукол. В сказкотерапии важен сам процесс изготовления куклы. Любое изготовление куклы – это своего рода медитация, так как в процессе шитья куклы происходит изменение личности. При этом у детей развивается мелкая моторика рук, воображение, способность к концентрации. В процессе изготовления куклы происходит включение у клиентов механизмов проекции, идентификации или замещения, что и позволяет добиться определенных результатов. С позиции психоаналитической теории куклы исполняют роль тех объектов, на которые смещается интенсивная энергия человека. Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию проблемы, размышлению над ней и поиску решения. Манипулирование куклами позволяет снять нервное напряжение. При использовании кукол или игрушек все манипуляции с ними должны быть отработаны заранее. Звуки речи следует направлять непосредственно ребенку. Дикция должна быть четкой, с достаточной силой голоса. Необходимо адаптировать голос и речь внутренней характеристики персонажа. И все движения специалиста должны соответствовать содержанию произносимых реплик и их интонации. Какие проблемы можно решить с помощью использования кукол? Это, во-первых, проведение психодиагностики, это достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции, приобретение важных социальных навыков, опыта социального взаимодействия, развитие коммуникативных навыков, развитие самосознания, общей мелкой моторики, разрешение внутренних конфликтов, профилактика и коррекция страхов, еще сюда же развитие речи, поиск внутренних механизмов сопротивления болезни, коррекция отношений в семье и становление психосоциальной идентичности мальчиков и девочек. Следующий метод – это сказкотерапевтическая диагностика. Изготовление кукол в процессе консультирования позволяет провести психодиагностику детей. С помощью определенных сказок, кукол можно проводить диагностику тех или иных проблем ребенка. Для первого знакомства рекомендуется использовать традиционную прекрасную куклу с большими глазами, длинными ресницами, густыми блестящими волосами. Для диагностики семейных отношений рекомендовано использование гибких резиновых кукол
поскольку статичное кукольное семейство фрустрирует малыша. Для диагностики глубинных проблем у старших детей и подростков, вы любую можете взять, рекомендуется изготавливать куклу. Для этого можно использовать куклу из фольги. И диагностическая беседа с ребенком может проводиться как в присутствии, так и в отсутствии родителя. Диагностический эффект в процессе рассказывания сказки достигается за счет того, что образный мир сказок позволяет ребенку идентифицировать себя с персонажем сказки. И дети в большей степени склонны идентифицировать себя с животными, нежели с людьми. Ребенок объединяет свои мысли, переживания с мыслями, переживаниями персонажа, рассказывая им сказки и рассказывает о них. Вы можете взять в качестве психодиагностической сказки, как я уже рассказывала, придумывание сказки, и подбирайте сказки здесь же, понимаете, согласно той проблеме, которая есть у ребенка. Вы подбираете все индивидуально. Следующий метод – это песочная терапия. Сказкотерапия, являясь эклектическим направлением практической психологии, дает специалисту… Да, тоже хорошо. Так, о чем я? Про песочную терапию. Так вот, одним из интереснейших синтезов сказкотерапии является сказочная песочная терапия. Этот метод, как один из вариантов сказкотерапии, позволяет эффективно решать задачи как психологического развития личности, так и коррекции отдельных поведенческих реакций. Вы также можете использовать как психодиагностику. Здесь песочная терапия может быть использована в работе также дефектологов и специалистов по социальной работе. Сказочная песочная терапия является универсальным способом психологической работы с клиентами разных возрастов. И поднос с влажным сухим, либо сухим песком вы предлагаете клиенту, и он располагает там миниатюрные объекты, создает картина. Через контакт с песком и миниатюрами ребенок, клиент в целом, облекает физическую форму свои самые глубинные сознательные, бессознательные мысли и чувства. Песочная терапия, опирающая на активное воображение и творческую символическую игру, является практическим, основанным на личном опыте клиента методом, который может выстроить мост между бессознательным и сознательным, между рациональным и эмоциональным, между духовным и физическим, между невербальным и вербальным. И технологии песочной терапии многофункциональны. Они позволяют специалисту одновременно решать задачи диагностики, коррекции, развития и терапии. Клиент решает задачи самосознания, самовыражения, самоактуализации, снятия напряжения и так далее. Следующий метод – это катативный поход в сказку. Сочетает в себе элементы сказкотерапии и символ драмы. И структура занятия состоит из четырех фаз. Первая фаза – это фаза предварительной беседы, примерно 15-20 минут. На этом этапе ребенку предлагается рассказать о своей любимой сказке. Психолог расспрашивает ребенка, когда он эту сказку впервые услышал, от кого он ее услышал, как и где это происходило, какие моменты сказки особенно его волновали, как ребенок относится к персонажам сказки. Следующая фаза – это фаза релаксации, где-то она в диапазоне от 1 до 5 минут длится. Ребенка просят закрыть глаза и расслабиться, и далее проводится упражнение на релаксацию. Следующая, третья фаза – это фаза представления образа. Длится она в среднем около 20 минут. Ребенку предлагается представить себя в сказке, о которой он рассказывал во время предварительной беседы. И следующая, четвертая фаза – это фаза обсуждения, 5-10 минут.
Проводится обсуждение сказки и дается домашнее задание нарисовать представленное в образе. Если время осталось, вы можете нарисовать вместе с ребенком. Рисунок обсуждается на следующей сессии. Однако при использовании вот этой методики имеются следующие противопоказания. Это острые или хронические психозы, или близкие к психозу состояния. Церебрально-органические синдромы в тяжелой форме. Недостаточное интеллектуальное развитие с IQ ниже 85. И недостаточная мотивация. Для воспитательных целей используются разные виды сказок в зависимости от выбранной цели. Психотерапевтическими сказками должны заниматься, опять же, специалисты. Все остальные сказки можно смело использовать для развития обучения и воспитания ребенка родителями. На ночь перед сном лучше всего читать медитативные сказки, которые нет необходимости обсуждать. Они успокаивают возбужденную психику ребенка. Для познавательных развивающих целей лучше всего использовать любые народные художественные сказки с ярким сюжетом, большим количеством событий, формирующие у ребенка представление о мире, о модели поведения, о взаимодействии человека с другими людьми и окружающим миром. Еще метод «Расскажите детям сказку». И опять же, каждый родитель знает, что сказки читать и рассказывать ребенку надо. Но каждый ли знает, почему надо это делать? Вопрос. Не все могут ответить на этот вопрос, и некоторым, к сожалению, родителям, сейчас в такой век технологического прорыва живем, некогда читать сказки нашим детям. Кто-то считает, что вообще это ерунда, и ребенка нужно научить выживать в этом жестоком мире. Другими словами, многие думают, что сказки создают вокруг ребенка некую такую пелену розового тумана, отдаляя его от реальности. Но это не так. И давайте тоже обсудим, почему ребенку нужно рассказывать сказки. Почему в культуре воспитания принято рассказывать истории? Почему эта традиция оказывается на редкость устойчивой? И рассказывание сказок необходимо для жизни ребенка, для его развития, формирования важнейших навыков, для его адаптации в социальном мире, для его последующей духовной самореализации. В образном и сюжетном ряду сказок, старых, новых, народных, авторских, зашифрованы важные общечеловеческие знания. Причем знания эти охватывают все жизненные сферы человека. Это и область отношений между людьми, это инструменты преодоления трудностей, разрешения конфликтов, это сценарии борьбы со злом, внешним, внутренним, рекомендации по противостоянию стрессу и так далее. Мужская, женская психология. Все это есть в сказках, но открывается только тем, кто умеет читать между строк, тем, кто может расшифровать символический образный ряд сказок, мифов, притч и легенд. И в своей книге «Основы сказкотерапии» доктор психологии Зинкевич Евстигнеев показывает, как можно применить для сказкотерапии известную народную сказку «Колобок». Угу, да, вот, благодарю. В истории «Колобка» много посланий для нас. Давайте мы их с вами разгадаем и задаем ребенку. Помнишь ли, как начиналась сказка? Жили-были дед да баба. Бедно жили, ели недосыта, попросил дед бабу испечь колобок. Вроде и не из чего испечь, а вот бабка по амбару помела, по сусекам поскребла и нашлась мука для колобка. Как ты думаешь, что же нам этим хотела сказать сказка? Да, похоже, сказка учит нас делать запасы. В жизни бывают разные ситуации, поэтому принято делать заготовки впрок. Итак, первый сказочный урок. Чтобы не быть голодным, запасай впрок. Давай его запомним. Но что же было в сказке дальше? Испекла бабушка колобок. Получился он румяный, красивый. Положила она его на окошко. Зачем бабушка положила колобок на окошко?
Может быть, потому что слишком горячая пища вредная для нас с вами. Поэтому второй сказочный урок. Не ешь слишком горячую пищу, не торопись, даже когда сильно хочется попробовать. А дальше наш колобок в сказке ожил, спрыгнул с окошка и покатился по лесной тропинке. Что же скрывается за этим событием? Вот, да. Угу. Может, совет не оставлять колобка без присмотра? Кто также может себя вести? Конечно же, ребенок, да? И, наверное, третий сказочный урок нужно усвоить всем родителям. Сказка учит их не оставлять детей без присмотра. Кого же встречает колобок на лесной тропинке? Сначала зайца, потом волка, медведя. И все они хотят съесть, а он потом поет им свою песенку. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Чему же нас учит сказка? Конечно, в первую очередь не пугаться сразу, если кто-то тебе угрожает. Какой же способ для преодоления трудностей выбирает колобок в сказке? Да, он поет песенку и убегает. Но о чем же он поет? Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, я от тебя, волка, и подавно уйду. Что же колобок делает, когда поет песенку? Конечно же, он хвастается, а потом убегает. Колобок учит нас не теряться в сложной ситуации, не пугаться, а придумать способ, как справиться с трудностью. Мы с тобой поняли, что в песенке своей колобок хвастается. И дальше из сказки мы узнаем, к чему это привело. Хитрая лиса съела колобка. Давай подумаем, чему нас может научить сказка в этой ситуации? Безусловно, хвастливые песни, даже если они и выручали раньше, до добра не доведут. Поэтому пятый сказочный урок может звучать так. Находясь в лесу, попав в сложную ситуацию, будь начеку, так как не всегда опасные люди или животные прямо сообщают о своих намерениях. Я тебя съем, да? Вот это очень важный жизненный урок. По поводу комментария. Смотрите, опять же, момент в том, что мы можем читать сказки, да, и я прочитала, да, я понимаю, что нужно прочитать сказку, но либо у меня нет сил и энергии дальше обсуждать ее, либо я вообще считаю, что это не нужно. Поэтому я так с себя сняла ответственность, прочитала ребенку сказку, и на этом мы закончили, правильно? И это не есть продуктивный путь. И сказки важно обсуждать. Вот чтобы не было вот этого поиска фэнтези, волшебства, да, сказки обсуждаются. Вот как я сейчас примерно вам рассказала. Суть, я думаю, уже понятно, как это все работает. Вот таким образом, и хотела показать, правда, как еще можно использовать сказкотерапию, но не успеваем, физически время у нас ограничено. А вот, кратко рассказала о том, как это может выглядеть. И проводя коррекционную работу, взрослый вместе с ребенком стремится рассмотреть сказочную ситуацию со всех сторон. Использование сказкотерапии в коррекционной работе повышает интерес детей, вызывает у них положительные эмоции. В результате детские души и сердца открываются навстречу тем педагогам-творцам, которые стремятся учить и лечить добротой и мудростью сказки. Спасибо за ваше внимание, спасибо за вашу активность, за ваши отзывы, они очень важны для нас. Надеюсь, что наш вебинар оказался для вас полезным. Если есть еще темы, которые вы хотели бы, чтобы мы озвучили, вот я уже отметила для себя пунктик такой, у меня уже есть в голове сказка как нейропсихологический путь проработки, я тогда буду иметь в виду. Если еще есть какие-то пожелания, пишите, мы прочитаем, обязательно будем иметь в виду и возьмем в работу. Библиотерапия. Так, сейчас я буду отмечать, поскольку уже больше, чтобы ничего не упустить. Так, сказка о нейропсихологической работе. Тоже отмечу. Благодарю вас еще раз за ваши отзывы.
Это трудный вопрос, на самом деле. Не могу сказать, как за границей. И еще раз огромная благодарность. Спасибо за внимание. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго, всех благ. До свидания. Вот, песочная терапия. Угу, хорошо, тоже. Вебинар будет доступен в записи на канале, на нашем канале в YouTube. Сейчас я отключаюсь, и Татьяна Викторовна еще продублирует ссылки, расскажет вам более подробно. Так, арт-терапия. Угу. Всего доброго, всех благ. До свидания, до новых встреч.